Сцене здесь и мои друзья. Программа так и называется «Алексей Кузнецов и друзья». Что хочется сказать, я всегда думал, что гитара такой инструмент, который, ну, как бы устанавливает контакт. Да как и другой, наверное, инструмент тоже, любой. Ну, поскольку я гитарист, я говорю о себе и о своей гитаре. И строю свой концерт, как он называется он «Кузнецов и друзья», как в театре, знаете, спектакль такой с действующими лицами, которые играют на музыкальных инструментах, они разговаривают все время, не говорят текст. Также разнообразие действия, которое происходит на сцене, оно действительно разнообразно. Есть соло, есть дуэт, есть трио, есть квартет, различные солисты, акценты и так далее. Короче говоря, я вас призываю на это все смотреть, как на театр джаза. Это даже интереснее, наверное, в некоторой степени. Какие-то звуки интересные, переговоры, мы говорим, что-то вспоминаем. Это тоже интересно, кое-чего вы, может быть, даже и не знаете совсем, я уверен в этом. Поэтому, если что-то начну рассказывать вам, примите как задолжен, как действует. Вот Антон Залетаев рядом слева от меня. Это Антон Залетаев. Поаплодируйте, пожалуйста. Он играет на саксофоне и на флейте. Мы давно знакомы. У нас есть общие взгляды на музыку, на интерпретацию. Ну, и я очень рад, что сегодняшняя встреча, она, в общем-то, ну, как бы не запланирована за 5-10 лет. Она просто возникает мгновенно, и я пригласил его, и очень рад, мы будем играть вместе. Справа Алексей Подымкин на фортепиано. Замечательный музыкант, мы с ним давно тоже знакомы, и записали диск в свое время, по-моему, 2005 год был. Живой диск, лайв. Из Ле-клуба на Таганке, когда он еще был тогда, ну, немножко другим. Есть такой диск, поинтересуется, называется «Come Rain or Come Shine». Эта тема сегодня прозвучит тоже. Алексей Подымкин. Контрабас Владимир Кольцов-Крутов. Замечательный музыкант, участвующий в джазовых проектах, по-моему, все время. Мы встречаемся на разных площадках, где-то пересекаемся, вплоть до джазовой провинции, которая проходит в Курске, где я принимаю активное участие и с иностранными исполнителями, зарубежными гостями. Блестящий музыкант, вы сегодня это услышите. Владимир Кольцов-Крут. Ну, а за барабанами Виктор Епанешников. Ну, эта история сама за себя рассказывает. Я уверен, что вы многое знаете, но кое-чего и не знаете. Я могу долго рассказывать, но могу самое главное сказать, что нам вообще-то вместе 150 на двоих, по 75. Так, коротко, чтобы было понятно. И недавно мы играли 76, извините, уже пошло. Время идет быстро, уже все так, да. Уже 152. Это замечательно. Но мы недавно это праздновали в другом городе, в Саратове, да, играли концерт. И Алексей Подымкин принимал участие. Был прекрасный вечер джаза. Вот, поэтому Виктор Епанешников на барабанах.
Ну и так, театр джаза, тот самый, который я люблю, и попробуем вам рассказать об этом. Спасибо. Thank you.
Три составляющих. Самый первый – ритм, потом гармония, потом мелодия. Начали с ритма. Это хорошо. Все остальное будет дальше. Я уже упоминал о том, что мы с Алексеем Подымкиным записали в 2005 году замечательный диск. Ну, замечательно, на наш взгляд. Вам послушать, может быть, надо будет, кто-то не знает еще. «Comrade Arkansas». И эта пьеса послужила названием. Так мы ее сейчас и сыграем. Все вместе. Thank you.
Thank you.
Первая наша запись на радио когда-то была замечательная тема Антонио Карлос Джобима «Once I Loved» в дуэте гитар. Так же она и вышла потом на пластинке. В память о Николае Грёбине я хочу сыграть эту тему вместе со своими друзьями. Thank you.
Thank you.
Алексей Валентин. Спасибо. Это был как раз Love for Sale. Вот тот стиль, который, может быть, не очень известен. Ну, великий Аскер Питерсон играли с гитарой. Карпеллос на гитаре был. Замечательно. Вообще такое трио сейчас редко. А, я вспомнил свою большую работу с Леонидом Чижиком. Если кто не знает, найдите, пожалуйста. По-моему, там получилось неплохо. Леонид Чижик на рояле, Алексей Сплотовский, который сейчас написал книгу, поищите. Хорошая книга, я уже прочитал ее. И я был на гитаре, получилось неплохо. Это было интересно. Спасибо. Вот мы постепенно движемся, так сказать, к трио. Теперь я думаю, что я могу, может быть, немножко вам сыграть один. Совсем останусь один. Просто немножко поиграем на гитаре, а потом опять сведемся внутрь и начнем продолжение все вместе. Спасибо. Thank you.
Спасибо большое. Это было соло Мерли, импро Мерли. Какие-то темы, но они в тональности были все в ми, так у меня сказать. Все было в тоне ми. Теперь мы опять все вместе. Театр продолжается вот здесь, спектакль продолжается, актеры все вышли. Все тут придумаем, что сыграть и кому дать главную роль. Есть у нас тот, кто будет главенствовать. Вы узнаете и услышите. Thank you.
Thank you.
Виктория Бонешникова. Полный 76. У нас большая студия с Виктором. Мы, ну, может, кто-то знает, а может быть нет, я просто дополню нашу маленькую биографию. Мы работали с замечательным певцом, которого все знают, с Муслимом Магомаевым. Это было прекрасно. Это была музыка. Это было не совсем джаз. Это была красивая песня, красивая мелодия. И мы с удовольствием это делали. Так что у нас есть что вспомнить. Это замечательно. Виктор Ебанешников. Продолжается квартет без меня. Я немножко отдохну. Дорогие друзья, вы, наверное, все знаете, а если не знаете, я вам скажу, как говорит наш лидер, что в прошлом году исполнилось Жанну Колтрейну 90 лет, исполнилось бы. И мы не могли пропустить, но мы все его, конечно, глубочайшим образом любим, и все мы его дети отчасти. И мы не могли пропустить этот момент, и мы хотим для вас сыграть пьесу Джона Колтрейна. Она называется, это блюз, необычный блюз, и он называется «Мистер Дэй».
Михайлов Курико. Thank you.
приближаемся к концу спектакля. Поэтому я решил вернуться в 1967 год. Давно это было. А многие это хорошо помнят. Но тот задор, с которым мы играли в 67-м, он остался. Он никуда не делся. Не переживаю. Не хотят, чтобы ритм, главное, остался, гармония тоже, но и мелодия при этом, конечно, обязательно. Поэтому мы заканчиваем блюзом 67-го года, называется «Заводные игрушки». Thank you.
Контрабас. Огонь залетает. Это саксофон. Залетает.
Виктор Ябанешников. Ударные инструменты. Меня зовут Алексей Кузнецов, это все мои друзья. Это был театр джаза. Если вам понравилось, я надеюсь, что мы здесь можем еще встретиться. Спасибо вам большое. Всего доброго и со всеми новыми годами. Спасибо. Thank you.
Спасибо большое. Приходите еще. Всего доброго.